бы я буду вам рассказывать, как получить тикеты, откуда их взять, откуда их нафармить, как, в принципе, как у меня, как вы можете наблюдать, у меня их 4000. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, Кусик попал на связи. И сегодня у нас выходит новое замечательное, очень классное видео в принципе. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком. Ну и также, ребята, отвечаю на часто задаваемый вопрос, а именно, Костя, как же попасть тебе в друзья? Тогда, ребятки, отвечаю, вам нужно всего лишь зайти в описание этого ролика, и там описано, как ты можешь попасть ко мне в друзья. Так что не забывай об этом. Ну а мы переходим к ролику. Ну давайте же также наберем над этим роликом, ну, лайков 125. Как только набираем 125 лайков, так сразу выпускаю новое и офигительно интересное видео. Ну а что ж, погнали к ролику. В общем, ребят, сегодня бы я буду вам рассказывать, как получить тикеты, откуда их взять, откуда их нафармить, как, в принципе, как у меня, как вы можете наблюдать, у меня их 4000, и откуда же я их взял. Ну а что ж, погнали все-таки к ролику, я объясню, как это сделать. В общем, ребят, как вы можете наблюдать, у нас есть квесты, то есть у любого NPC моба, то есть как у этого мишки, у другого мишки, можно в принципе взять квесты. Я видел, ты хочешь поиграть со мной? Как это мило с твоей стороны? За прохождение квестов мы будем получать тикеты, то есть в малых количествах, в маленьких количествах, также не в маленьких, то есть всегда по-разному. Чем лучше квест, тем больше он даст тикетов. Конечно же, максимальное значение тикетов, если я точно не ошибаюсь, будет тикетов 10, обычно по 5 дает, по 3, там по 1, по 3, по 5, а в основном дает, может и по 10, конечно. Дальше, второй способ, это, конечно же, у нас будут мобы, то есть с любого моба на карте у нас могут выпасть тикеты. Из кого чаще всего падает больше всего тикетов? Больше всего и чаще всего падают тикеты со спайдера, веревульфа и с других, так сказать, можно сказать, уже боссов. То есть у нас есть краб, у нас есть туннельный медведь, у нас есть большой такой кинг битл, то есть он там проходит и, в принципе, его убиваете, он выдает вам тоже тикеты с большим шансом. Также про Вири Вольфа я вам сказал. Также у нас еще есть улитка. С нее вот 100% вам падает, если вы ее убьете. Если я не ошибаюсь, 50 тикетов точно там падает. Также, ребят, где можно еще взять, в принципе, тикеты? В принципе, из таких офигенных способов я вам все рассказал, где их просто можно получить. Конечно же, давайте еще напомню то, что у нас как бы есть, ребят, плентеры в игре. То есть вот они, сейчас я вам покажу их. Плентеры. Давайте сейчас я их найду. В общем, у нас есть разные плентеры. С любых этих плентеров, если вы будете спавнить их правильно, и потом как только этот плентер наберет 100%, и вы пойдете его соберете, вы, получается, со 100% шансом получаете очень много всяких интересных плюшек. Также вы получаете баффик, с которым вы сможете нафармиться, и много плюшек. Зачастую с них и падают тоже тикеты. Также, ребят, у нас есть метеор дождь, с него тоже очень часто падают тикеты. Давайте я вам покажу его, в принципе. Сюда бежим сюда. И вот у нас есть метеор дождь. С него, если вам кто-то его заспавнит или вы сами его спавните, собираете, получается, метеоры эти, и с них тоже падают тикеты. Также у нас есть Винди Би. Если вы проходите Винди Би, за каждый уровень убийства Винди Би вы будете получать тикеты. Также, что еще бы я хотел напомнить, у нас еще есть стикбаг. Если вы убиваете стикбага, с него тоже падают тикеты. То есть со всего можно достать тикеты. Ну и на крайний случай, если вы фармите очень много меда, также вам очень срочно нужны тикеты, у вас есть мед, поэтому вы идете сюда и просто приобретаете себе тикеты, получается, за мед. То есть на сегодня это пока что все способы, где можно достать тикеты. Пока других способов, в принципе, нету. Если я где-то, возможно, не досказал о чем-то, то ты, пожалуйста, напиши мне в комментариях, кто шарит. Это будет полезно для моих подписчиков, кто не шарит, где же можно еще их достать. Спасибо огромное за просмотрулик, ставь лайкулик, оставайся добрым, будь мудрым, но завтра мы увидимся на новом топовом ролике. На связи был Котик Попал, всем пока-пока.